Всем привет! Сегодня у нас будет с вами необычный влог про строительный магазин Flex. В последнее время у меня актуальна тема ремонта, поэтому каждое утро практически я начинаю со строительных магазинов, либо с какого-нибудь склада. Пока мне готовят документы для получения плитки, я хочу вам показать ассортимент данного торгового центра. Возможно, даже кому-то он пригодится, если кто-то переехал на ПМЖ в город Сочи. Сразу при входе меня привлекла вот эта данная чаша, раковина, накладная раковина в черном цвете. Вот такая душевая кабина, точнее душевое ограждение тоже в таком цвете. Вот стены у нас серенькие, плитка, керамогранит. Так, здесь у нас это тоже керамогранит, 2600, 2400, 2400 стоит за квадратный метр. Выбор у них очень хороший, очень большой ассортимент. Цены на любой карман, и от эконом-класса и до премиум-класса. Мне еще понравилось вот такое сочетание белого глянцевого цвета и золотого. Очень красивое выполнение, дорого и богато, как говорят у нас, но это немножко не мой стиль. И показать вам вот такой плакат. Flexi приглашает всех своих клиентов в новый премиальный салон, который находится по адресу Транспортная, дом 17. Но мы пока здесь походим, посмотрим, значит, плитка у нас 980 рублей, 950. За квадратный метр достаточно неплохая плитка. Мозаика, также компаньон, напольная плитка. Вот такое огромное количество ассортимента, плитки. Здесь плитка на этих стендах не выше 1500 рублей где-то за квадрат. Декоры у нас идут штучно. На стены вот 735 рублей под мрамор плитка, достаточно неплохая, кому-то понравится. Мне больше нравятся, конечно, серые цвета, вот такие какие-то бежевые оттенки, коричневые, песочные, мне не очень нравятся. Я люблю такое серое, черное. Вот, возможно, это как-то будет грубо, не знаю, но сейчас идет какая-то мода на лофт дизайн, ремонт в стиле лофт. Мне больше нравятся такие цвета под дерево. Очень хорошо сейчас, очень модно, точнее, сочетать дерево с камнем. Эта плитка вот по 1000 рублей за квадрат. Также, если вы будете брать здесь не один товар, вам предоставят скидку. Это у нас получается ступени 4800. Не знаю, мы ступени не приобретали никогда. Я не знаю, дорого это либо дешево. Если кто-то приобретал, напишите в комментариях. Вот такая плитка под шелк или гобелен, не знаю, под мрамор. Вот это тоже очень классная плитка, белая с серым. Я бы такую себе купила. Эта ванная комната у нас выполнена в греческом стиле, как пример, с золотым краном, с озеленением. Это у нас напольная плитка. Я люблю напольную плитку 60 на 60 размером и класть ее по диагонали. Она очень круто смотрится в квартирах, помещениях, домах. Вот эта плитка мне очень нравится. Она классно смотрится. Такая же есть напольная плитка. Вот такая плитка под бетон. Это темно-серая, мне тоже очень нравится. Такая светло-серая под бетон, классная. Это все тоже напольная плитка. Вот эта плитка вот под дерево мне очень тоже нравится. Классная очень. Накладные чаши. Мне больше нравятся квадратные формы. В общем, друзья, плитки очень много. Это я вам показала только часть от этого. Это все напольная плитка. Также в данном магазине есть не только плитка, но и обои, сантехника, теплые полы, смеси и все, что нужно для ремонта и счастливой жизни в вашей новенькой квартире в городе Сочи. Всем пока, до встречи в Сочи!